Нет, сейчас Лео, кстати, уже не тот. Я что-то так сразу сказал, что это хорошая, отличная машина. Это уже не тот Лео. Потому что я вспомнил, кто против него играет. Что там 55-ку понизили, что там объедков подобавляли. Ты теперь постоянно играешь 8.7, 8.3. Ну, да, на то прям очень аккуратно играет. Так. Никто не желает. На гору никто не полез. У него вертикальный привод быстрый. Это одновременно и плюс, и минус. Почему? Потому что очень часто прицел улетает в небо. Прям очень часто. Из-за любого препятствия, которое может появиться на пути, столб, дерево, прицел хоп и улетел. И пока ты его будешь опускать обратно с такой же скоростью быстрой, ты просто растеряешься и тебя убьют. Чекать, арту убью. Вот тут Леопольд пошел в разнос. Когда УВН, когда скорость наведения, когда фланг и перемещение. Швальбу, да, и мы же играли в мировую войну, там была фул команда, 128 рыл, и поэтому да. Быстро качнулась она. Там же по 20 тысяч насыпала. Полковый опыт. Все, тут можно на кумуль переходить. Далее стрелять, думаю, не буду уже. Ну, буду, конечно же, но не сейчас. Так, на выстрел напоследок. Высоко. Так, я понял. Все, я поехал по краю. Там сейчас будет на стрелочку сюда. Здорово, Филипп, золотые пари, как, победой. Выполнили. Одну катку проиграли. Там прям такая катка была, худшая, наверное, за последние каток 300 моих. Худшая команда, худший вариант карты, который мог попасть, худший разъезд, худшее мое действие первое. Я просто выехал на десятерых и сдох. У меня прилетели все 10 снарядов, которые могли прилететь. Ну и команда из отборных овощей, которые ничего не делали.
поэтому мы залили одну. 100% винрейт не получился, получилось 97. Было близко. Ну что, 55-очка, давай разговаривать. Даже тут не только 55-очка есть. На самолетах? Если катка будет требовать того, то полечу. Просто видишь, я либо вхожу в раш и начинаю играть катку. Не катка играет меня, а я играю катку. А еще такого не было случая, чтобы я сдох, например, и надо было дотаскивать. Я либо сдох в начале, либо дотащил катку до финала. Получается хорошо. Вот видите, когда я уверен в выстреле. Вот я уверен, что я попаду туда, куда я целюсь. Я попал туда, я уже за 5 секунд как уезжал, потому что я был 100% уверен, что я попал. До этого у меня были катки, где я не понимал, почему я не попадаю с 800 метров в чувака. Шо? Фрагов халявных. Гения справа. Я думаю, можно подзабить на этот респаун. Ехать в центр. В Шварба сейчас в стоке, я на ней особо не играл. Прям вообще мало. Успел. Там даже ленты нету, я настолько в ленте летаю. Мне как бы хватает там для таких целей. БМП и зениток на этом БРе. Главное, чтобы на гору никто не уехал. Вы мне все нужны здесь. Ой, ой, что-то совсем плохо выстрелил. Тут где-то вот так. Мне справа не нравится, что я смотрю, вылезти, чем насувать мне.
Так, ну что, time to kill. Черканул верхнюю часть дюны. 800 килограмм на лицо. Это вам не с крыши писать. Примерно так играется Леопольд. Если не ввязываться в close fight, прям в ближний махач на топорах, если не пытаться задамажить ИСы четвертые в места, от которых не образовываются осколки, если играть аккуратно, размеренно и точно стрелять, то вот так.